И поэтому, когда мы берем на себя обязательство 50-60 объектов построить, они будут построены. Но вы, как главы, жители территории, тоже делайте. Давайте проектно-сметную документацию. Наша задача — привлечь федеральные средства. Мы ко всем территориям относимся одинаково. За 5 лет построено 42 социальных объекта на территории. Те решения, те задачи, которые передо мной стоят, я обещаю, буду верой и правдой выполнять, если вы меня поддержите. Очень вдвойне приятно помогать тем людям, которые тебе доверяют. Поэтому жду вашей поддержки. Вы меня в мае месяце поддержали. Большое вам за это спасибо.